Полгода назад Дана Борисова вернулась из Таиланда, где проходила реабилитацию от наркозависимости. Телеведущая начала жизнь с чистого листа, распродала вещи, напоминающие о прошлом, выставила на продажу квартиру, в которой прожила много лет. Наконец нашелся покупатель, и звезда заключила выгодную сделку. Продала квартиру за 19 миллионов 800 тысяч рублей. Беру двухкомнатные апартаменты в соседнем доме в жилом квартале Онли. Плюс ко всему буду присматривать машину. Мама, пока я была на реабилитации в Таиланде, продала мою авто. Я устала от метро. Скоро буду снова за рулем. Рассказала Дана в интервью. Напомним, сейчас дочь Борисовой Полина живет вместе с отцом, бывшим мужем телеведущей Максимом Аксеновым. Когда Дана была на реабилитации, он пытался лишить ее родительских прав. Но постепенно отношения бывших супругов стали налаживаться. Борисова чаще видится с Полиной. Однако забрать к себе дочь она пока не может.